Здравствуйте, с вами интернет-магазин Стеклоподъем РФ. Представляем вашему вниманию электростеклоподъемники «Гранат» для установки в передние двери автомобилей Chevrolet Lanos, ZAZ Sense и ZAZ Chance. В комплект входят два электрических стеклоподъемника с моторедукторами, левый и правый. Стеклоподъемники имеют реечную конструкцию. При установке электростеклоподъемников в двери они крепятся в штатное отверстие двумя гайками. Для крепления каретки электростеклоподъемника к обоим стекла применяются крепежные детали заменяемого стеклоподъемника. Декоративные заглушки для установки в обивке дверей в отверстие от ручки механических стеклоподъемников. Два переключателя стеклоподъемников 923709 с рамками. Жгут электропроводки для подключения. Этот совмещенный жгут предназначен для установки двух переключателей недалеко друг от друга, в панели приборов центральной консоли или в облицовке тоннелей пола. Если вы желаете установить кнопки для управления стеклоподъемниками в обивку дверей, чтобы в водительской двери был блок на две клавиши, с которого водитель сможет управлять стеклоподъемниками как левой, так и правой двери, и одиночный переключатель в двери пассажира, в ассортименте нашего магазина имеется такой комплект для подключения электростеклоподъемников. Спрашивайте наших менеджеров, они с удовольствием добавят его в ваш заказ. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке и подключению. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине Стеклоподъем РФ. Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 1059 каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!